Всем привет! Сегодня вот такая машина приехала, Chevrolet Tracker, 98 год вроде как. Значит, приехал менять подшипник передний, правый, ступичный. Вот подшипник. А вон он, коробочка Fatbest лежит, желтенькая. Значит, что я сейчас пока разобрал. Ну вот, ну подшипник, сейчас я крутану. Ну, в общем-то, слышно, что он гудит, но люфта нет, поменяем. Фигня, тут другая проблема, еще одна. Ну вот, я сейчас за гранату пошатаю. Внутри что-то у нас рассыпалось, капец как. И дело тут не только в подшипнике. Значит, система тут какая. Я, блин, первый раз такую разбираю, но не суть. Сейчас будем вместе разбираться. Тут привод крепится только, блядь, через шайбу и стопорным кольцом. Ну, блядь, бред полный. Конечно, америкосы загнули. Вот стопорная шайба и стопорное кольцо. Ну, еще я снял скобу тормозную, колодки, диск, соответственно, да, чтобы удобно было. Вот сама, значит, ступица. Так, о, болты, которые пыльник крепит. Вот, ну, я думаю, не только пыльник. Потому что тут бутерброд такой. Сейчас будем дальше откручивать. Ну, сейчас пока поменяем подшипник. Значит, тут такая вот планка была. И 4 маленьких таких болтика. Она вот с таким мусом. Я ее сейчас открутил. Под ней резьба и гайка. Сейчас, значит, гайку открутим и будем продолжать. Гайка эта легко пошла. Я немножко постучал. Молоточком она быстро стронулась. Хотя здесь следы от предыдущих. Наверное, мастеров остались, которые в сторону откручивания сильно замято. Так. Ступица. Уже что-то болтается. Так, еще что ли одна шайба. Так, сейчас будем дальше разбираться. Короче, эта шайба, она легко снялась тоже. Она имеет 2 таких. А здесь, с этой стороны, с этой, 2 таких скоса. Вот, и теперь у меня ступица снялась полностью с подшипником уже. Подшипник, значит, сейчас уже можно перепрессовывать. Что-то выпало. Ничего. Слышь, а он что, конусной что ли, бля? А? Он конусной. Сейчас разберемся. Короче, подшипник я перепрессовал. Значит, здесь стопорное кольцо стоит с внутренней части ступицы. Так вот, шпильки на ту сторону выходят. Ну, как обычно, здесь стопор, как бы выдавливаем подшипник. Сам подшипник. Он получается конусной. Здесь один конус и второй. Вот здесь можно видеть белую втулку. Это чтобы конуса не повываливались. Так, ну, короче, так, сальник здесь стоит. И еще вот такая вот железка, сейчас ее тоже обратно поставлю. Пока неизвестного назначения для меня. Так, и дальше будем. Значит, я ее соберу, поставлю туда. Так, затяжка. Вот с затяжкой что делать будем? Я думаю, что надо на машине как-то. Конусные, значит, регулируемые, походу. Да? Надо правильно затягивать. Вот, ладно, собираем дальше.
Вынимаем подшипник. Чем, блядь, закрывается, блядь? Вон они, куски, блядь, вот они, нахуй. Вот почему все болталось. Ну, система дебильная, блядь. Ну, пиздец. Посмотрим немножко поближе со светом. Вот причина. Слабое звено, блин, в цепи. Короче, получается, на гранате есть часть, по которой бегают иголки подшипника этого. Вот, а сам он здесь стоит. Ну, блядь, размер подшипника, блядь. И вообще, блядь, конструкция не внушает доверия. Капец как. Причем его вытащить, как его отсюда вытаскивать, блядь. Вот, повредили, блядь, край. Пока вытаскивали. Сейчас я подточу, подшлифую шкурочкой. Вот, и будем ставить на место. Еще неизвестно, в каком там граната состоянии. Будет это все нормально функционировать или нет, блядь. Будет или нет. Я еще внутри. Вон какие-то риски вижу. Эти риски на заводские нихера не похожи. Ну ясен фиг, так тут граната болталась, бля. Что-то она там разбила. Однозначно. Ладно, дальше собираем. Короче, я подшипник забил сразу. Думал сначала его на привод повесить, примерил на привод, он там имеет клюв, чуть-чуть болтается, то есть заходит свободно. Вот, забил его сюда. Лёх, кто ещё на мопеде катается? До того момента, пока он не уперся. Там есть фаска. Идем ставить. Катается парень.